В ближайшие часы в Донецке и Луганске должно состояться подписание исторического документа – соглашение об отводе техники калибром менее 100 миллиметров. Накануне оно было принято участниками контактной группы в Минске. Но в силу вступит после того, как будет завизировано главами ДНР и ЛНР. Процесс будет проходить поэтапно. Сначала наблюдатели ОБСЕ должны подтвердить, что боевые действия на юго-востоке Украины полностью прекратились. А после этого начнется взаимный отвод артиллерии, танков и минометов не менее чем на 15 километров от линии разграничения. Сначала в Луганской области, а потом и во всей остальной зоне. Следить за исполнением соглашения по-прежнему будут стороны конфликта при участии ОБСЕ. Особенно важно, что документ появился в преддверии встречи Нормандской четверки. Она состоится 2 октября в Париже.